Так, друзья, давайте небольшой обзорчик запишем новой лодки. RIP-лодки. Это навигатор 380R. Ну, на самом деле, серия GT. В чем же она отличается от предыдущей версии вообще лодки? Во-первых, она имеет абсолютно новый кокпит, пластиковый вкладыш. RIP у нас это пластиковое днище, пластиковая лодка с надувными баллонами. Обеспечивается безопасность, скорость, устойчивость высоченная. Но серия GT отличается тем, что у нас внутрянка вся плоская, то есть здесь нет никаких углов каких-то. Она широкая лодка, но все технические характеристики вы посмотрите просто на сайте. И, соответственно, сделайте определенные выводы. Здесь идет система Electros LeakPass. Банки крепятся как раз таким образом. Ручка по левому борту и по правому борту – это для левши и для правши. Для того, чтобы можно было спокойно сидеть на задней банке, держаться за румпельный мотор. И, соответственно, другой рукой вы держитесь либо за эту ручку, либо за ту ручку. Опять же, продумано и удобно. Наружные ручки у нас идут как швартовые, в том числе. То есть это ручки. Дальше идет леерное оборудование. Если сбоку где-то там подцепиться, или вы там купаетесь, плаваете, и надо за лодку зацепиться. Дальше идут у нас уключенные, ну и, соответственно, держатели весел. И с носовой части идет также леерное оборудование, леера мягкие, которые позволяют человеку, сидящему на переднем рундуке, просто спокойно держаться. В принципе, наверное, даже пару ручек можно было бы сюда интегрировать. Палуба. Здесь идет фанера под палубой, прикатанная фанера. Носовая часть – это огромный просто-напросто рундук, взятый от 400-й модели. Он здесь имеет ровный пол, ровное дно. Хороший, нормальный, мощный, высокий рундук. Причем видно, что здесь высокий комикс. Понятно, что вода сюда явно не попадет. Идут клапана для накачки баллонов. Ну и в данном случае это доп. Оборудование сделан носовой блок. Носовой модуль представляет из себя стеклопластиковое изделие, на которое можно установить ходовые огни с левой и с правой стороны. Здесь делается лючок. Сюда можно установить лебедку, носовой электрический мотор, либо просто-напросто роус. Лебедка имеется в виду якорная. И, соответственно, это все интегрировано, вклеено в носовой баллон. Спереди идут две ручки, для того, чтобы можно лодку было держать. Далее идет рым на днище, на стеклопластиковом, и защитная лента, киль-гард, так называемая, для того, чтобы мы с вами пластиковый киль, самое ударное место, куда приходятся все основные нагрузки, не могли легко повредить. Ну, соответственно, это вся максимальная защита. Привальник по борту идет. Далее, правый борт, все абсолютно то же самое, нержавеющая фурнитура. Есть один клапанок, отвечающий за носовой баллон, за перегрузку его по воздуху, соответственно, давление, лишнее давление будет стравливаться. На корме у нас корма представлена вот таким образом. Здесь нет никаких развитых там каких-то треугольников, усилители, кница стоят. Лодка, еще раз повторюсь, простая. Есть приямок для установки водоотливной помпы, сливной шпигат, металлическая накладка. Здесь фанерная накладка, ну и, соответственно, самый нижний кингстон для слива воды. Здесь как раз также видно, что килевая лента защитная присутствует. Есть две пары реданов, здесь и здесь, соответственно. Ну и дальше это идет выпуск просто-напросто баллонов. Толщину здесь можно посмотреть. На соединение, на стыке здесь видно, что порядка, наверное, 8-9 миллиметров общая толщина на трансе, на накладке здесь. То есть каждый слой порядка 4 миллиметров, наверное, 3-4 миллиметра. Это шкурка верхняя, шкурка нижняя, соответственно, получаем где-то в районе 9 мм здесь на стыке. В целом, лодка действительно вызывает такие приятные просто-напросто впечатления о себе. Опять же, вот сказал, это антискользящие накладочки на лодке, то есть можно спокойно стоять. Детки либо там, они не вывалятся, как минимум. То есть и эта лодка, она прям вот действительно вызывает такие приятные впечатления. Опять же, у лодки можно заказать любой цвет баллонов. Это красный, зеленый, гель можно заказать, пластик, вот эту тему в любом цвете. Ну, в общем-то, все основные характеристики вы увидите на нашем сайте. Ссылочку оставим под этим видео. Ну и, соответственно, можно заказать у нас в прокатист.ру. Вот такой небольшой обзор интересного рипчика 380R серии GT, обновленный 2024-2025 модель. Ну, в принципе, действительно, это интересно, классно, здорово. И для тех, кто ищет себе лодку для румпельного варианта, хорошую, комфортную, по волнышке бегать, ну, либо, соответственно, тут под небольшую консольку, под дистанционное управление, обязательно присмотритесь именно к этой модельке. Она вместительная, удобная, ровная, широкая, в конце концов. То есть она действительно широкая.
И, соответственно, вы получите себе хорошую, настоящую, нормальную морскую, в принципе, лодочку. В небольшом формате, под который нужен не очень большой прицеп, не очень, кстати, даже не очень мощный мотор. Максимальный мотор здесь целых 30 лошадиных сил. Под 30-кой это просто получается ракета. Еще раз повторюсь, компания «Прокатящий кровь», можно к нам приехать, все это посмотреть, пощупать, приобрести. Пока.